Больше 70 человек приняли участие во всероссийском географическом диктанте в поселке Батагай-Алыта Эвена-Батантайского района. Тестирование, как и в прошлом году, провели на базе СКРРской средней школы. Написать диктант и проверить свои познания о географии пришли учащиеся, преподаватели, работники соцзащиты населения и аэропорта. Я участвую в первый раз. Оказалось очень интересно. Вопросы довольно несложные, но, по крайней мере, для меня. Надеюсь, что еще в последующие годы тоже будут проводиться такие диктанты, чтобы дети могли больше узнать о своей стране. Ну, конечно, это в первую очередь развитие кругозора ребенка, развитие интереса предмета географии. И получается, это как бы сплочение нашего коллектива, нашего наследия. То есть все с интересом, хотя сегодня выходной день, все с интересом подошли и приняли активное участие.